Началось возложение цветов, возложение свечей. Вот, смотрите, цветные свечи, давайте все сюда. Девушка, давайте собачку. Стой здесь, Ёнечка, смотри. Ёнечка, собачка, собачка. Да, так люди оденут. Полицейские заставляют убрать все цветы и свечи. Полицейские заставляют убрать мемориал. Тихонечку, мы не стреляем, мы не убиваем, мы просто попозже потребуем за моральный ущерб. Очистить от чего? От этих от цветов. Это все, очень память. Ничего, у нас своя команда, у группы своя. Там почему-то. Да, а у вас собачка есть? Нет. Ну, если не есть. Тем более. А бездомных вам не жалко, что? Нет, не жалко. Не жалко. Это ревность. Это ревность? Ты к маме ревнуешь? Мама взяла другую. Чемпионат мира по футболу официально стартовал. Фактически незаконно, потому что вы сказали про 245-ю, это чисто номинально. Должны уже ужесточаться законы. Она не работает, как многие законы не работают. Но вот то, что касается зверей, их же особенно жаль. Они целиком зависят от нас, а мы ничего в данном случае вот не смогли сделать. Нигде и никто не смог это не предотвратить. Это самая незащищенная часть нашего населения, нашего защищенная и самая зависимая. То есть они, а потом старики, а потом дети. Ну и получается, те, кто ничего не могут сказать, они должны умирать. Это настоящее издевательство. Это в первую очередь над людьми, потому что мы вынуждены жить в этой кровавой бане. Позор нашему правительству, позор Путину, я этого не боюсь говорить. Потому что одного его слова достаточно, чтобы у нас завтра были приюты, система стерилизации, чтобы не было вот этих вот безумных убийств. Одного его слова. Значит, страна, где так плохо относятся к животным, то, что с ними творят, эту страну ничего не ждет хорошего. Не будет будущего. Вспомните мои слова. Все, больше ничего не хочу сказать.